Актриса Марина Неелова неоднократно заявляла в своих интервью, что она предпочитает естественное старение, без пластики. Однако новые кадры артистки заставили поклонников Нееловой засомневаться в словах советской звезды. Фанаты Марины заподозрили артистку в пластике, сообщив о своих подозрениях актрисе в комментарии под ее снимками. Рот растянут в ширину, один его угол располагается выше другого. Очень неудачная пластика. Зря вы, конечно, решились на пластику. История Салентова ничему вас не научила. И это тут даже было такой красивой. Зачем? Марина выглядит шикарно. И не скажешь, что вам 76 лет. Рот как у Алентовой, пишут пользователи интернета в комментариях под снимками Нееловой. А что скажете вы?